Совершенно другим по составу, но схожим по декоративному эффекту является уже знакомый вид отделки стен на основе хлопка – жидкие обои. Фирма «Мастер Стен» сотрудничает с ведущим российским производителем данного отделочного материала – «Силкпластер». Уникальные отделочные материалы – жидкие обои или по-другому декоративную штукатурку, которая по качеству ничем не уступает аналогичным импортным материалам, но по цене доступна практически любому потребителю. Минимальная стоимость сухой основы жидких обоев, рассчитанной на 5 квадратных метров, составит 330 рублей, что не превышает затраты на обыкновенные обои для такой же площади. Зато преимущество отделки помещений жидкими обоями превысит любые ожидания. Во-первых, «Силкпластер» – это хлопковые или шелковые обои нового поколения. Как правило, они представляют собой смесь из высококачественных красителей, хлопкового или целлюлозного волокна, а также клеевого состава, упакованные в один пластиковый пакет. Во-вторых, жидкие обои обладают превосходными эксплуатационными характеристиками. После высыхания они образуют монолитную тканевую поверхность без швов и стыков, скрывают мелкие трещины и прочие дефекты. Они не боятся кривых углов и стен. В-третьих, простота нанесения жидких обоев. Алгоритм работы с такой разновидностью декоративной штукатурки довольно прост. Все этапы отражены на пакете с сухой смесью обоев, а также на сайте производителя silkplaster.ru. Перед нанесением обоев необходимо прогрунтовать поверхность стен водоэмульсионным грунтом. Сначала сухую смесь обоев надо развести водой. Первыми высыпаются блестки, затем сухая основа. Все перемешивается до однородной массы. Затем обои складываются в пакеты и оставляются на 12 часов для достижения нужной консистенции. Причем каждый пакет обоев настаивается отдельно. Получившуюся хлопковую штукатурку можно смешивать и наносить с помощью шпателя на стены. Причем направление движения значения не имеет. В офисе компании «Мастер Стен» на Гладкова 10 вам всегда помогут принять решение и расскажут об отличиях различных видов жидких обоев. Вам останется только выбрать подходящий. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Состав сухой основы обоев и определяет их цену. Наиболее доступны обои эконом – 330 рублей за пакет. Обои элит-класса, например, SAUF, стоят дороже – 1200 рублей, но их декоративный эффект гораздо превосходит другие виды. Средняя цена у обоев Виктория – 640 рублей за пакет, рассчитанный на 3,5 квадратных метра. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен и обоев различной текстуры. Кстати, с помощью жидких обоев помещение можно украсить панно, которое вы можете выполнить сами, либо пригласить для этих целей мастера. О том, как жидкие обои украсили салон массажа Ирины Антоновой, расскажет сама владелица. Ведь, как известно, доверяй, но проверяй. Услышав от своих знакомых о преимуществах жидких обоев, я решила их использовать в оформлении нового салона. Результаты превзошли все ожидания. Во-первых, это короткий срок исполнения и сравнительно незначительные затраты. А главное, это потрясающий декоративный эффект, который позволяет создать неповторимую атмосферу в нашем салоне.